Здравствуйте, мои любимые, дорогие, самые замечательные слушатели подкаста. И сегодня я предлагаю вам медитацию Берты Хеллингера. Медитация, которая позволит вам укрепить ваши отношения с партнером. Медитация, которая позволит вам еще больше открыть сердце вашему партнеру. Итак, Берт Хеллингер, волшебные слова. Я очень много изучал и наблюдал, чтобы выяснить, от чего зависит счастливая жизнь. В конце концов я выяснил, что ей требуется только три слова. Три волшебных слова. Они действительны для наших отношений с родителями, эти три слова. И они действительны для наших отношений в паре. Три слова. Медитация. Да. Пожалуйста. Спасибо. И вы закрываете глаза и погружаетесь в свое внутреннее пространство. Закрой глаза. Мы смотрим на своих родителей. Или мы смотрим на нашего партнера. Или мы смотрим на других людей, с которыми находимся в тесных отношениях. Ты смотришь сейчас ему в глаза. В отношении родителя порядок слов отличается от отношений в паре. У родителей он прямо противоположный отношениям в паре. Тем не менее, я начну с отношений в паре. Мужчина и женщина смотрят друг на друга прямо в глаза, и каждый говорит другому: «Да, я соглашаюсь с тобой. Я соглашаюсь с тобой таким, какой ты есть. Для меня ты правильный, такой, какой ты есть. Да, я люблю тебя именно таким, какой ты есть. Да». «Да» — это первое волшебное слово. Затем идет второе волшебное слово. Они оба смотрят друг на друга. Мужчина говорит женщине, а женщина говорит мужчине: «Пожалуйста, пожалуйста, 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 пожалуйста». Пожалуйста. Что меняется в душе? Только благодаря этому слову «пожалуйста». Как оно открывает сердце и любовь. Пожалуйста. Затем идет третье волшебное слово. Оба смотрят друг на друга, и каждый говорит другому: «Спасибо». Спасибо. Спасибо. И сейчас представь еще раз перед собой своего партнера и скажи ему прямо в глаза: «Да». И услышь его «да» в ответ. И скажи ему, глядя в глаза: «Пожалуйста». И услышь «пожалуйста» в ответ. И скажи ему сейчас, глядя в глаза: «Спасибо». И услышь «спасибо» в ответ. Далее Берт Хеллингер говорит о том, что важно перейти к своим родителям. И представь сейчас перед своими глазами своих родителей. И смотри им в глаза. И им мы сначала говорим «спасибо». Спасибо, мама и папа. Спасибо. После мы им говорим «пожалуйста». А затем мы им говорим «да». «Да, я принимаю вас такими, какие вы есть». «Да, вы такие, какие есть». «И да, вы правильные для меня». С вами была Юлия Хадарцева. Я надеюсь, эта медитация, можно даже сказать, две медитации по принятию вашего партнера. И не забывайте, что партнеру мы говорим сначала «да, я принимаю тебя таким, какой ты есть, и я не хочу тебя менять». Потом мы говорим «пожалуйста», а потом «спасибо».
И если мы говорим про родителей, то мы говорим, вторая медитация, мы сначала говорим родителям спасибо, потом пожалуйста, а потом да. Я принимаю вас такими, какие вы есть, и вы самые лучшие для меня. С наступившим вас Новым годом, я желаю вам жить в гармонии, любить и принимать себя, и как следствие любить и принимать других людей. Целую и обнимаю.